Ученые Пинро отправились на поиски рыбы. Они будут исследовать распределение косяков мойвы. К слову, моряки еще ни разу с того момента, как вновь был разрешен промысел, не освоили квоты на мойву полностью. По сравнению с 2009 годом ее размер уменьшен почти вдвое. В наступившем году разрешено выловить 80 тысяч тонн. На научную разведку отправилось исследовательское судно «Вильнюс», принадлежащее Пинро.